Масленичная неделя подходит к концу. В это время принято лакомиться блинами с различными начинками, в том числе и с медом. Однако это не только сладкая добавка и угощение, но и кладезь полезных веществ. Подробности в нашем сюжете. С древних времен мед считался кладезем полезных веществ. Для того, чтобы выбрать лакомство, необходимо посмотреть на цвет, проверить консистенцию, густой или жидкий, и, конечно, попробовать. Мед с пергой очень хорошо для людей, кому сердце надо поддержать, спортсменам. Мед с прополисом – это очищает организм. Жидкий и твердый прополис – это природный антибиотик. Пчелиные соты рекомендуют для профилактики лор-заболеваний и проблем с деснами. Есть мед и с натуральными добавками. Мед с орехами благотворно влияет на нервную систему, улучшает настроение, очень большое количество витаминов. Пчеловоды Коломниковы и Тюрины более 20 лет содержат кочевые пасеки, поэтому и ассортимент натурального меда огромный. Очень хороший мед, я донник беру, мне нравится, я его беру все время. Тамбовские пчеловоды уже не первый год приезжают в Тверь. Продукция пользуется большим спросом. Секрет прост – качество и разнообразие. Всего представлено порядка 30 сортов меда. Найти ярмарку можно по адресу бизнес-центр Тверь, Смоленский, 29, а приобрести лакомство до 6 марта.